Итак, приветствую на канале Gunsman Life. Сегодня мы поговорим о вот такой вот рукояти от фирмы Fab Defense. Называется она PMG. Израильская фирма. Приобретена она у нас где-то месяца три назад, то есть в эксплуатации 3 месяца. Нареканий по этой ручке нет вообще. То есть она удобная. Что еще дополнить, я не знаю. Минус какой при установке этой ручки? Минус то, что вот здесь вот, так сказать, крепежный винт, прижимной винт, болт, он был слишком длинный, его пришлось обтачивать. Что еще? Вот такие магазины, вот с такой вот чепухой, они уже, то есть, не катят. Это 2013 года магазин, прямовский, то есть, он не залазит. Не знаю, может из-за этого винта. То есть, вот с этим магазином был куплен вот этот пистолет. С этим магазином все идеально, все вылазит. Последующие магазины были куплены для этого пистолета. Тоже вылазит. Не так, как хотелось бы, конечно. Но вылазит. Такой вот магазинчик. Этот вылазит нормально. Не выпадает. При стрельбе магазины родной выпадывал. Пришлось регулировать с этим болтом, что-то делать. Короче, ну, проблемная тоже как бы эта установка. Эргономика ее очень... Прям как под мою руку сделано, прям как надо. То есть не пожалел, что приобрел эту рукоять. Также эти рукояти есть в других цветах. Допустим, черная. Потом цвет койот. Даже прозрачная даже есть. Не знаю, для чего прозрачно, это для практической стрельбы, наверное, где-нибудь на поликоне там, для ПМов. И как вот у меня цвет оливы. А что еще поискать? При установке, да, конечно, при установке придется маленько подрочиться, извиняюсь за мой французский. Сначала там отгибать надо вот этого, то есть... В комплекте инструкции вообще никакой не было. Вообще никакой инструкции. То есть сам там додумывал. То есть первый раз устанавливал вообще неправильно. Ну, процесс установки неправильно был. Здесь маленечко вот покоцано. Стертое. Вот здесь вот. Ну а так ручка у меня вполне прям понравилась. То есть не знаю, почему говорят при спуске затвора можно вытащить магазин, ну, нажать на спуск магазина, не знаю. То есть по моей руке так нельзя сделать, с моей рукой. Вот. То есть замена магазина происходит очень быстро. То есть этот скидываете, да, ваша вот эта вот левая рука там или правая, она уже на поясе с другими магазинами. То есть с собой таскаю всегда два доп магазина, то есть повышенного джоуль. Это травматика, если вы не поняли, это ИШ-79Т. Повышенная джоулю, это я в запасной магазин таскаю. Если первый не помог, то второй точно поможет. Тут почти 100 джоуль. 9 ПВА. Вот. А вот такой вот, такая вот рукоядочка у нас, очень красивая. Также эту рукоять можно для левши заказать. Я заказал для правши, так как я правша. Также можно для левши. То есть вот эта штучечка, вот этот спуск магазина будет вот с этой стороны. То есть под левую руку. Вот так вот. PMG. Кому понравилось,
Подписывайте, комментируйте. Если что-то у вас есть, что-то вы хотите дополнить, обязательно комментируйте. Я отвечу на все комментарии. Я читаю все комментарии. Отвечу, дополню или поспорим с вами. Так, всем удачи, всем пока.